OMTV UA Prom найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Ми всі вже неоднократно бачили, як Байден, чесно говоря, не визиває відчуття повністю здорового чоловіка. Ну а в Америке самой рейтинговой программой недели, месяца, возможно, и года стало американское реалити-шоу из жизни пенсионеров. Дебаты Байдена и Дональда Трампа. Прямой эфир, которого ждал весь мир, получился, вежливо выражаясь, провальным для Джо. Уже через 12 минут стало понятно, что Трамп победил, старина Байден поднялся на сцену, не споткнулся и не упал. В этом смысле он большой молодец. Но, рассуждая про медицину, оговорился, остановился и замер на 20 секунд, словно вспоминая, кто он и где. Трамп Байдена назвал худшим президентом Америки, сам Байден давил на мораль, заявил, что Дональд Трамп извращенец, занимался сексом с порнозвездой, когда Мелания была беременна его первым ребенком. Трамп обвинение отверг. Как только дебаты закончились, к Байдену на подмогу буквально бросилась его жена Джилл и буквально утащила дедушку в нужную сторону и помогла спуститься ему по ненавистным ступенькам, хотя там было всего 3 ступеньки. Возможно, Байден бы и упал, но на его ногах были специальные туфли-кроссовки для стариков за $195. Так что компания-производитель наверняка выпустит слоган: «В наших ботинках не упал даже Джо Байден». Что еще примечательно? Оба кандидата переходили на личности. Байден выступал 36 минут, и почти 13 из них буквально поливал грязью Дональда Трампа. Трамп выступал 41 минуту, и 18 из них отвечал Байдену агрессивной взаимностью. Ничего нового при этом для Байдена не придумали. Он снова сказал, что как только Россия победит на Украине, следующими станут Польша, Прибалтика и почему-то теперь Беларусь. Снова оскорбил Путина, снова заявил, что Третья мировая война начнется, как только Россия победит Киев. Як же в Москві будуть горювати, коли зрозуміють, що вони не виграли в своїх сподіваннях, бо все одно в Америці будуть проєвропейські, продемократичні сили. Так-так, навіть коли я кажу про Дональда Трампа. Адже він буде не один, в нього буде ціла своя команда. Ну і пропаганда хапається як за соломинку за будь-які негаразди своїх ворогів. Американські вибори – це остання надія Москви на хоч малесенький шанс урвати собі хоч якусь перемогу. Але, як показує та сама практика, всі геть усі ставки Москви горять. Розклад нині такий. Так, демократи трошки налякані результатами сьогоднішніх чи вчорашніх по-американському цих дебатів. Джо дійсно, певно, програв Трампу, це показують принаймні цифри тих, хто дивився і голосував під час трансляції. Але у партії все ще лишається шанс. Шанс на зміну кандидатів. Америка та американці мають можливість вибору. Це саме те поняття, яке давним-давно викреслили з усіх російських словників. Тож в Москві, як не знали радощів демократії, так і просто не розуміють сучасних викликів тієї самої демократії. Ну, що мені вам сказати? Я в комі. В абсолютной. Думаю, что те несчастные, кто среди ночи пробудился для того, чтобы посмотреть этот сблевник полуторачасовой, именуемый зачем-то политическими дебатами, находятся в таком же удрученном состоянии. И физическом, от недосыпа, а самое главное в интеллектуальном, потому что у любого нормального человека вот, вызывает массу вопросов. Во-первых, что это было? Это были дебаты? Серьезно? Они что обсуждали? Значит, самодвижущийся Альцгеймер даже ни одну мысль свою до конца донести не смог, ну, если не считать того, что он занимался оскорблениями. То есть очевидно совершенно, что 81-летний старый мухомор за столько лет в политике, а он еще, извините, с Косыгиным встречался.
За столько лет в политике он не усвоил правила Римского Сената, что тот, кто первый перешел на личности, считается в споре проигравшим. OMTV.UA. Про головне. Сначала срочные новости. Начать я хотел бы с сенсационной новости. Нам показали кусочек заседания Совет Безопасности, где Путин в своей фирменной, такой очень мягкой, не утверждающей манере сказал, что, ну, наверное, нам придется начать производство ракет малой и средней дальности. Вот я сегодня в начале программы там говорил о том, как странно вот спрессована жизнь. Вот жил я в одной стране, теперь в другой стране, ну и так далее, и так далее. История сделала вот полный круг, потому что, по большому счету, горбачевская перестройка, она сопровождалась разоружением, а разоружение касалось именно ракет средней дальности. То есть сначала в течение где-то лет семи... Средние и малые. Ну, средние и малые. Ну, малые они выпадали просто вот как бы вот в пропаганде звучали ракеты средней дальности. Значит, эти перманентные карикатуры с першингами рисовали в советских газетах. Американцы, значит, пугали там своих граждан и европейцев нашими СС-20, которые сатана назывались в их классификации. В общем, все страшно-страшно-страшно боялись. А потом эти ракеты все распилили, и наступило благорастворение воздухов. Благорастворение воздухов свелось к распаду Советского Союза. А теперь, в общем, мы прошли некий 30-летний цикл собирания, в том числе и русских земель, и вот пришли к тому, с чего начали, к ракетам средней дальности. Объясни, пожалуйста, что это за вещь такая? То есть она явно как-то полезна в хозяйстве. Для чего? Сколько их надо? Куда они будут нацелены? Сколько они будут лететь? И все такое прочее. Ну что, раз уж в стиле товарища Путина, так сразу историческую ремарку, да? Да-да-да. На полчаса. Ну, постараюсь кратиться кратко, да. Дело в том, что конкретно вот тогда, в 80-е годы, тот же самый пресловутый Першинг. Почему тогда так засуетилось руководство страны на тему качать вот эту вот отмену от этих ракет? Дело в том, что у американцев, в отличие от нас, был плацдарм у нас под боком. А у нас не было плацдарма у них под боком. Ну, кроме Кубы, но Куба была вынесена за скобкой. То есть именно плацдарм для близких, для малой дальности, ну, каких-либо средств. И, соответственно, установка размещения в Европе современных на тот момент першингов, вторых, давала возможность наносить обезглавливающий удар. Потому что эта ракета, во-первых, не поднимается так высоко, как межконтинентальная баллистическая входит в своей траектории. То есть ее чуть сложнее заметить системой предупреждения ракетонападения. Они меньше по размеру. То есть для маскировки требуется спусковой установки меньше усилий. Потому что огромную дуру спрятать и маленькую разница есть. Третье. Они были оснащены проникающей БЧ, которая взрывалась на глубине. То есть она давала так называемый камуфлетный взрыв с огромным выходом энергии в сейсмику. То есть он разрушал именно подземные бункеры. То есть все убежища, укрытия. И как раз удар ракетами средней дальности, особенно если их подвести поближе к границе и таким образом понизить траекторию. То есть они, грубо говоря, как не из гаубицы стреляешь по вот такой траектории, а как это из снайперской винтовки, не выходя особенно даже за пределы атмосферы, соответственно, на огромной скорости эта ракета, во-первых, глубоко проникает, там, по-моему, до 50 метров достигалась глубина, и, соответственно, эпицентр взрыва на глубине 50 метров вызывал где-то до 200-метровой глубины и в радиусе 200 метров, а у них еще и точность хорошая, надежное поражение любых бункеров. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.